Мои хорошие, всем привет! Как и обещала, были о том, что на выброс. Девчонки, разобрала всего лишь два узеньких своих столика. Ящика. Вот этот. В принципе, ничего не изменилось. Вы что, как эта Таня расстанется со скотчем там или с какой-то вилкой? Но кое-что протерла все. Кое-что девочки убрала. Вот это вот абсолютно ненужные вещи. Хочет муж, пусть в гараж, и если нет, просто улетит на свалку. Вот это покупалось, чисто скажу вам, дань моды. Да, хорошее все это, но я, как русская женщина, все равно беру стакан 250 миллилитров или 200 и вперед. Это все мне не нравится. Это я убираю. Это старая, она уже какая-то стянутая, согнутая. И ножи некачественные уже, конечно, ручки у них. Муж хочет, пусть забирает себе в гараж. Я расстаюсь без жалости. Девочки, а вот эти вот штучки, вот это прелесть просто. Я этими пользуюсь и даже жалею, что, ну, купила в фикс-прайсе одни, потому что всегда живу с запасом же и боюсь, если потеряется или поломается. Это вот хорошие. А те, которые на стакан, на чашку, мне как-то не пошли. Я с ними расстаюсь. Дальше, девчонки, вот в этом вообще почти ничего не удалила. Все-то не надо. Ну как, девочки, вот это у меня насыпана соль. Это соль. Это муж на работу берет. Это вот там у меня, ну, типа такого, раньше был сантиметр. Это баночки. Это все-все надо. Скотч, все надо, девчонки. Все надо. Поэтому, и главное, что еще ж привычка, что все было под рукой. Вот резинки. Девчонки, не знаю, как вы. Я без канцелярских резинок на кухне точно без рук. И т.д. и т.п. Вот вы скажете: Таня, что ты делаешь? Девочки, это незаменимая вещь. Для чего? Старенький лак не для ногтей, а я им намечаю банки там какие-то. Оно, может, раз в месяц надо, но надо. Стой на месте, дорогой, не пропадай. Вот такие у нас. Вот это вот штучки. Сейчас покажу, девчонки. О, давали детям. Дочери и сыну там, по-моему, в пятерке или в магните какой-то. И я же приспосабливаю, я скрепляю пакеты, когда мне надо. Поэтому тут все необходимое. Все тут ничего, девочки, лишнего нет. Все лишнее сейчас вам покажу. Опа, Степа. Вот. Это то, что из двух ящиков только у меня ушло. Мусора мало. А это вот еще не мусор. Это еще не мусор, ребята. Это мужу пригодится. Друзья мои, дальше. Иду дальше без остановки. Второй час ночи, а я кружусь. Девочки, достала, как старуха, разбитого корыта. И выбросить жалко, и нести тяжело. Такое чувство, что если я сейчас кое-что отложу в сторону или отдам мужу в сарай, завтра я заболею морально. Девчонки, ну все надо. Ну вот смотрите, ну вот те же самые ситечки, друшлачки. Один, второй, третий, четвертый самый любимый с фикса. Как у вас? Я не знаю. Сейчас, да, зима, девочки, они мешаются. Сейчас я в таком настроении, расхламлении. Придет сезон заготовок, девчонки. Ой, это ж мне все будет надо. Тем более муж мне помогает. Обычно что-то одно мне, что-то одно ему. Мисочки все, баночки, скляночки. Не могу, сердце разрывается. То ли в левую сторону на выброс, то ли в правую в ящик. Не могу прям. Девчонки, как быть? Ночь не засну. Буду работать до утра. Ящики я все свои вымываю, девчонки, вот так. Насухо протираю. И прокладываю такое антискользящее средство. Такие у меня. Но они как вам показать, такие
мохнатенькие, пухнатенькие, пухленькие, чтобы не царапалось. Жалко, девчонки, потому что кухня не с неба упала, а заработана, оплачена своим трудом, потом и кровью. Так что вот так, сейчас буду опускаться назад, посмотрите, поднимется ли у Тани рука что-то удалить. Та-та-дам, почти все на месте, девочки, но стало свободнее. На выброс идет, девчонки, будет вам смешно. Один коврик нашла я его из фикса, какой-то он, скажем, прямо не то, что надо, без жалости уходит. А вот это, конечно, девочки, нет, оно сейчас не нужно, но для мусорных, для всяких таких бэушных целей пригодится. Здесь две мисочки, какая-то салатница. Это я даже знаю, куда я сейчас определю. В коробку, в сарай, а потом мне все это пригодится. Так что выброс какой-то маловастенький получается, девчонки. Жалко все. Привыкли мы жить так, чтобы экономить. Это, наверное, генетически передается у нас, у сельских женщин. Да, и у городских тоже, я думаю. У русских с советской закваской, можно так сказать. Ой, девочки, добравшись до последнего нижнего ящика, я уже сижу. Сидя, девчонки, ног не чувствую, время 3 часа ночи. Но вот это у меня самое противное дело. Вот тут у меня вроде бы мусор, на ваш взгляд. Ну, ну ж такое необходимое, такой необходимый мусор. Смотрите, это ж все из-под морковочки, из-под корейской, из-под всяких грибочков, из-под всяких нужных съеденных уже вещей, а выбросить нельзя. Единственный минус – крышки попутаны. Вот сейчас буду искать, девчонки. Когда-то тут было вот так все ровненько расставлено в лоточках, а теперь, ну, надо дать ладу. Выбрасывать ничего не могу, девчонки, потому что вот у меня, смотрите, обычный лоток – это была корейская морковка, салат. Но он такой универсальный. Дедушке возим в нем еду. Как я могу от него избавиться? Да никогда в жизни. Я лучше выброшу что-нибудь. То, что совсем мне не нужно. Но это уже старенькие. Но еще послужит. Куда деваться? Девчонки, все. Опустошила нафиг. Уже начинаю психовать. Сейчас выкину. Прям покажу вам. Без жалости. Еще смотрите, что нашла. Девочки, нашла вот. Красоту неземную. В этом как раз в нижнем ящике у меня не было такого коврика. Сейчас я туда коврик постелю. 30 на 90. Что-то не фокусируешь. Либо спишь уже. Я эту не сплю. Как-то так. Постелила, девочки. Не хватило немножко, но ничего. Главное, чтобы не поцарапалось, да и влага не попала. Хороший коврик. Прорезиненный. Даже не помню. Фикси, а? Что не помню? Вот она, 55, значит, фикси. Муж по-любому брал. Все, девчонки, работаем дальше. Надеюсь, до 5 утра управимся. Друзья, получилось у меня две кучки. Мало-мало-меньше. Это то, что жалко выбросить. Ой, рука даже грязноватая. А это то, что уже выбрасывается. Это уже все, девочки. Ну, куда столько крышек? Куда? Вот, с-под творожка. Зачем ты, Таня, хранишь? Что ты сюда положишь? У тебя лоточки есть, с фикса другие. Это вот из-под морковки. Да, хорошая. Но все крышки не подходят. Не хочу, девочки. Все, вы меня поддержите. Что Таня, молодец. Долой весь этот хлам. А вот это я еще сомневаюсь, девчонки. Вот, смотрите. Баррикада. Это то, что я, на что я нашла. Крышки подошли. Но это я еще оставлю. Конечно, не такой баррикадой, а одну в одну. Крышки подошли. И даже малюсенькая вот с имбиря. Ой, вот тоже, девчонки. Ну, вот посмотрите, Плюшкин. О, 4 штуки или даже 5. Зачем? Они что, все будут использоваться? Ну, одна может. Девочки, не знаю.
Вот из-под селедки тоже. Ну, когда она используется? Раз в году. Ну, это моя любимая квадратная, наверное, просто форма удобная. Девочки, вот это, короче, то, что идет по правую руку, подальше от сердца, но все-таки оставляется. Это все. Даже не хочу и, как говорится, смотреть. Сразу сейчас возьму пакет и вперед. Что получилось, покажу. Крутила и так, ребята, нафиг. Куплю я еще творожного сыра, и еще не у меня будет. Не хочу. Выбрасываю. На сердце песня. Песня просто. Дунаевского, наверное. Марш играет, потому что все лишнее ушло, и мне не жалко, девочки. Не жалко, это самое главное. Все вот так, мои хорошие. 2 часа, 3 часа, уже 4-й час. Ужас. Ребята, беру пакет из пятерки, не задумываясь. Из магнита, девочки, советую, не беру. В магните сейчас пакеты лучше, плотнее и побольше вообще. А пятерку не жалко. Все, весь хлам туда. Честно, выброшенный мусор отправляется в коридор. Завтра его еще плюшки номер 2 пересмотрит, переполовинит. И я думаю, может быть, да я просто уверена в этом, что-то себе отберет нужное в сарай. Все, ребята, а вот это убирается в дальний угол. Это абсолютно ненужные вещи. Может, кому-то отдам. Я этим не пользуюсь. Это крышки нужны будут для огурцов в сезон. Такие, которые затягиваются. Это уже вам знакомые. Мужу отдаю в гараж. А это, девочки, крышки. Брак. Ура нашим производителям. Уралочки. Брак без резинок. Но я их храню, потому что накрываю огурчики, когда они бродят в сезон. Все надо, девчонки. Вот кто скажет, что не надо, тот не прав. Все надо. Но место ни ему, ни здесь. Место ему где-нибудь в другом конце кухни. Вот так, мои хорошие. Не буду вас обманывать. 15:04. Не дня, а утра или ночи. А у меня энергия бьет ключом. Вот бывает такое. Вот зашел бзик, и я работаю. А бывает, не заставишь. У кого так еще, девчонки, пишите. О, ночь. Кромешная тьма. А мама лазит, чай пьет и радуется. Пока никто не мешается. Девочки, это просто блаженство. Никто не мешается на кухне. Все, мои хорошие. Сейчас еще раз себе чайку сделаю. 5 минут посижу, посмотрю какое-нибудь видео. 4 часа утра. И пойду отдыхать. Так вот у меня и проходит уборка. Тогда, когда есть возможность. Ну, конечно же, желание. Всем пока. Всех люблю, целую. Заходите, подписывайтесь. Не забывайте что-нибудь хотя бы поставить. Не обязательно комментарий. Можно просто пальчик вверх, пальчик вниз. Главное, заходите. Смотрите, как живем мы в обычном селе, в обычном доме, в простой семье. Пока-пока. Вы были на канале «Мы Листва». Пока.